друзья, мы сейчас направляемся в Парк Декабрист, где сегодня играет Heartbeat Brass Band, ребята из Харькова. Я надеюсь, что будет очень круто, мы видели их выступление на YouTube, поэтому я прям вдохновился и решил пойти вместе со Здравым. Надеемся, прям будет здорово, всем понравится, не только нам, но и вам. Поехали! Еще раз! Спасибо за то, что вы приехали к нам. Супер концерт, очень понравилось. Надеемся, что вы к нам еще приедете. Вы зашли на ваш канал YouTube. Естественно, нужно узнать, кто там приезжает, что за ребята, что за музыку играют. И думали, перейдем на вашу группу ВКонтакте, кликнули на нее, а она не работает. Ребят, почему? Блин, ну мой косяк. Долго вы в Белгороде находитесь уже? Белгород нам уже как родной. Мы уже здесь... все улицы знаем, уже везде мы были. Мы здесь были почти весь декабрь, вот. И вот снова вернулись. И еще вернемся обязательно. Опять же зашел на ваш канал YouTube, который, слава богу, работает. Вы образовались в 2011 году, и у вас было другое название. Почему сменили его, и как образовалось первое и второе название? Расскажите немножко. Значит, группа называлась «Безобраз». Но это по-украински обозначает безобраз, без обид. И мы хотели сделать такую забавную игру слов, чтобы было как бы слово «браз». «Браз» — это, ну, с английского, духовые, духовые, медные, ну и прочее скучное. «Heartbeat» — оно образовалось случайно. Я еду в маршрутке, такой приуныл. Думаю, знаете что, безобраз как-то глупо. Пускай будет «Heartbeat». И «бит», и «хард», и тоже игра слов. «Хард», «сердечко». В общем, вот такое. Много инструментов, но так вот получилось, что группа такая медная группа получилась. А как, насколько сложно было пересекать границу, ну, с таким инструментом? Ну, вообще не сложно. Вообще, сегодня спросили, документы есть? Причем не просто документы есть. Кого бы вы еще могли, например, посоветовать в Белгороду отдельно? Может, ребят, которых вы знаете? Магнифика. Самые фирменные ребята Харькова. Они делают очень интересные. У них есть очень много авторских песен, и у них высокий уровень, это очень интересно. Огромное за такой праздник у души, ушей, глаз и всего, что только можно чем чувствовать. Ну и жопы, наверное. Спасибо. Еще артистов такого формата. 27-го будет «Дерево», 6 апреля будет «Гуша Катушкин». Ну и постоянно, между ними постоянно будет что-нибудь интересное. Здорово. А на 14 февраля «День всех влюбленных»? На 14 февраля будет кавер-бенд группы «Ленинград». Концерт будет называться «Do you love me? Дай мне любви». Здорово, ребята, обалдеть. А что хотел бы, ну, ты от себя пожелать сегодняшним посетителям и зрителям вашего паба? Хотел бы пожелать добра, хотел бы пожелать положительных эмоций, хотел бы пожелать приятной атмосферы и дружеской компании.